Добрый день, дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики. С вами Кроша, это прохождение корпорация ГУ, друзья, да. И мы в самом начале практически, да, сразу напомню, что кому понравилось мое видео, кто хочет поддержать мой канал, подпишитесь на него путем нажатия на прямоугольчик, где написано подписаться можно здесь, либо на водяной значок Крош в правом верхнем углу, друзья. Итак, мы вошли в скользкие холмы. Тут какая-то печь. Давайте зайдем. Освещением. Так. Видите, новый ГУ нам показывают. Белые. Так, и что же тут? Похоже, что в эту пещеру никто не заходил уже несколько тысячелетий. Да ладно. До сих пор, когда труба проломила потолок, эти редкие гу-альбиносы, наверное, ослепли. Они даже не заметили, как пошел снег. Быть может, они проснутся, если им будет за что уцепиться, автор. Ну, наверное. Интересно, как труба проломила потолок. Мне вот это интересно, конечно. Ну да ладно, так. Дальше достраиваем. Так. Отлично, вот они начинают забираться. Будем ждать всех. Не будем лишнее тратить. Чувак, давай сюда. Ладно. Специально вот для одного. Так. Отлично. Нам тут просто надо построить некую конструкцию, чтобы дотянуться до верху. Отлично. Надеюсь, сейчас побольше их наберем. Вот тут вот одного потратили, конечно, да. Плохо, плохо. Могли бы 18 сделать. Вот тут вот не повезло чуть-чуть. Не толкнули его, этого ГУ, к нам, и мы его не получили, да. Отлично, ну 9 пойдет. Земля вздрогнула. Да ладно, что же будет, друзья, что будет? World of GU Corporation. Открыто. Ну что, зайдем? Такая сейчас будет сценка. Вперед за покупками. И толпа девах побежала туда. Корпорация Мир Тянучек. Разработчики. Угу. Так, потом вам покажу, что за переход к корпорации Мир Тянучек. Уже в этой серии, друзья. Итак, давайте зайдем уж вот сюда и посмотрим. Произведение липкости. Да, вот это вот такой тяжеленький момент, друзья, видите? Ловите жуков, ловите временных жуков, чтобы вернуться на ход назад. Так, где они? А, они пока не появились, нам надо... Ну, я вам покажу их. Так, шарики ГУ были очень рады исследовать таинственные системы труб. Даже если это означает преодоление невероятных препятствий. Один из шариков ГУ сказал, что почувствовал себя сверхнувшимся броненосцем Му. Да. С любовью, таинственный автор. Да. Шарики ГУ еще те. Засранцы. Вот видите. Опа-на. Да. Да, видите, появился вот такой вот парень. Вот второй. Так. Я помню, как это делал. Я вот снимал, друзья. Да, все, вот сейчас будем уже идем только в путь. Так. Ах. Так, назад.
назад. Да. Блин, назад. Так, давайте вот тут тогда построим. Да, очень какая-то конструкция у нас получилась не ахти. По идее, она может сломаться, конечно. И, скорее всего, сломается, да. Давайте меню. Заново зайдем и попробуем еще раз. Я играл в 2010 году вроде бы. Да, очень-очень давно. Так. Ладно, давайте попробуем вот так вот сделать. Уже половина многое не помню. Так. А, не успел. Ладно, она сейчас, по идее, должна срикошетить. Да, все. Отлично, много потратили, конечно. Недоволен я, друзья, недоволен. Так, отлично. Так, все. Да, много потратили. Двадцать семь, тридцать, 32, 34. Так, ну ладно, пойдет, друзья. Нормально. 34 гу мы сделали. И это неплохо, я вам скажу. Это замечательно. Так, плюс 8. Ну ладно. Так, 30. Но это уже будет, друзья, в следующей серии. Я сейчас вам покажу, что за корпорация Миргу такое. Да, как-то их очень мало. Так, после прохождения уровня собранные вами бонусные шарики Гу направляются сюда. Как приятно видеть их снова. Да, это так. Хотя они, похоже, потеряли свою сущность. Должно быть эти новые задания корпорации Миргу. Ходят слухи, что работники здесь получают бесплатное питание и на встречи едут на самокате Седжвей. Сейчас я вам объясню, что такое за самокат Седжвей. Только дочитаем. Руководители корпорации Миргу заявляют, что это место бесконечно. Если вы присмотритесь, то сможете увидеть других людей, строящих свои башни поблизости. Странно, но каждый хочет выстроить выше. Что же там наверху? Многопользовательская онлайн-игра. Скоро увидимся, автор. Да, то есть вот сюда нажимаем подключиться, и там увидим, что у кого какие рекорды. А мы с вами... Так, да. Что же за самокат, на котором Седжвей назывался? То бишь, это самокат, то есть два колеса, таких электрокар, два колеса, руль, ты встаешь на него и едешь. Говорят, с него нельзя еще упасть. Так что, друзья, надеюсь, вы поняли, что это за самокат. То есть строим вот такую вот башенку, и нам надо чем просто, тем, чем дальше, тем лучше.
Так. Опа-на. Да, видите, они. Да, они, короче, этот. Да, такая кривая получилась у нас. Не то я хотел сделать, но пока сделаем вот так вот. Просто строим. Надеюсь. Да, вот и все, примерно вот такая наша башня. Есть сброс, очень прикольно они падают, но мы остановимся вот на такой башне. Пока 5 и 6, друзья, кто вначале сделал больше, красавчики, можно здесь тоже сделать больше. Ну да ладно. Итак, у нас следующий есть уровень, а я, наверное, с вами попрощаюсь. С вами был Крош. Поддерживайте мой канал, подпишитесь на него, кто еще не подписан. И до новых встреч. Пока-пока.